Добрый день, я Наталья Метлина. Я хочу вам представить фильм, который называется «Путч». Ну, казалось бы, в общем, эти события и после 93-го года миллионы раз муссировались. Но мы, конечно же, попытались все-таки найти людей, которые принимали непосредственное участие. Вы увидите там и Рудского, и Хасбулатова. А вы на полу лежали в этот момент? Я никогда не лежал на полу. И это попытка впервые, в общем, дать слово всем участникам, впервые достать неизвестные подробности и впервые объяснить, почему тогда этот путч унес столько человеческих жизней. Стояла ли тогда страна на пороге гражданской войны? Да, стояла. В какой момент? Кто дал команду идти штурмом на Останкино? Можно было ли избежать этих жертв? Наверное, можно. Сколько людей погибло тогда в здании Дома правительства, тогда у Останкино? Вот эти вот подробности, они, конечно же, в нашей истории. И я приглашаю вас еще раз вспомнить о том, что было в нашей стране в 93-м, почему эта пальба по Дому правительства, вот эти вот яркие кадры, почему они так ценны и почему сегодня нужно переосмысливать эти события.